Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Гродно Плюс». В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Интернет и наркотики. Допинг молодого поколения. Проблемы воспитания детей и подростков сегодня обсудили на областном родительском собрании. Амнистия к 70-летию освобождения Беларуси и свыше 300 ранее судимых. Есть ли шанс у них начать новую жизнь? Об этом говорили на коллегии прокуратуры Гродненской области. В каких санитарно-бытовых условиях трудятся строители на объектах нашего города? В Гродно продолжает работу мобильная группа по соблюдению законодательства об охране труда. Вчерашние игроки сегодня уже киберспортсмены. В минувшие выходные в Гродно прошел финал чемпионата по компьютерной игре. Большое родительское собрание прошло в Гродно, в зале родителей городских школьников, на связи жители районов. Мероприятие такого масштаба проходит ежегодно. Однако в этом году тема на повестке дня особенная. И педагоги, и родители детей обеспокоены ситуацией по распространению спайса. Организаторы надеются, что такой открытый диалог поможет найти всем вместе пути решения проблемы. Юлия Косила продолжит тему. Что делать, если ребенок стал зависим от интернета и не рассказывает, чем занимается в свободное время? О проблемах воспитания детей и подростков сегодня говорили на областном родительском собрании. Здесь присутствовали не только педагоги, но и представители правопорядка, медицины и других структур. Подростки всегда подвержены влиянию, и тут должны контролировать ситуацию именно родители. Однако портрет семей в Гродненской области далеко не радужный. 200 тысяч детей живут в неполных семьях, что негативно влияет на их формирование. Также многие запретные плоды стали сегодня намного доступнее. Получить любую информацию о запрещенных препаратах или экстремистских группировках подростки могут из всемирной паутины. Интернет тянет за собой распространение наркотиков, преступность. Вы посмотрите, что делается на сайтах различные общества самоубийц, наркоманов, а какая куча порнографии размещена на этих сайтах. И это все в противовес тому доброму и светлому, тем усилиям, которые различные ведомства и службы нашей области несут для воспитания подрастающего поколения. Употребление наркотиков – одна из тех проблем, которая сегодня не сходит с уст. Если раньше говорили о злоупотреблении подростками пива, то сейчас на первое место вышли эксперименты молодежи с психотропными веществами. И хоть ситуация начала понемногу стабилизироваться, объяснить ребенку о вреде наркотиков должны не только учителя или правоохранители, но и сами родители. Употребление алкоголя подростками, учащейся молодежью, оно заметно уменьшается. То есть сейчас на первый план вышли эксперименты с так называемыми этими новыми пришедшими к нам наркотиками спайсами. Правоохранительные органы, в принципе, ситуацию достаточно хорошо контролируют. Говорить о том, что есть какой-то вал отравлений или что поступало, в общем, мы об этом не можем говорить. За весь прошлый год у нас по всем стационарам Гродненской области чуть больше 20 человек проходили лечение в связи с тем, что у них было диагностировано отравление веществами курительными смесями. Были затронуты и другие темы – профилактика ранней беременности, оказание помощи детям, пострадавшим от насилия, профессиональное самоопределение и другие. Областные родительские собрания всегда проходят эффективно. Многие предложения по решению проблем будут вскоре реализованы. Юлия Косила, Сергей Печерица, новости Гродно Плюс. Есть ли шанс у человека с темным прошлым обрести светлое будущее? Сегодня государством создаются для этого условия, однако далеко не в каждой организации хотят принимать на работу ранее судимого. Так надо ли попытаться помочь бывшему преступнику начать новую жизнь или без вариантов сразу ставить на нем крест? Наш корреспондент выслушал доводы прокуратуры. Подробности в следующем сюжете. Государство в очередной раз продемонстрировало гуманизм. Согласно закону об амнистии в связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, из мест лишения свободы вышли 300 наших земляков, отбывших наказание за совершенное преступление. Прошло время. Как встретило их общество? Оказались ли рады дома? Всем ли нашлась работа? Эти вопросы рассмотрела коллегия прокуратуры Гродненской области. Прокурор области Виктор Морозов подчеркнул, что проведено анкетирование всех освобожденных.
На местах при исполкомах созданы наблюдательные комиссии, работают антикризисные комнаты. В Гродно – это дом ночного пребывания, где такому человеку помогут с документами, одеждой, общежитием, рассмотрят вопросы трудоустройства и адаптации каждого. Но, как показала жизнь, проблемы все равно остаются. Прошло 2 месяца после того, как закончилось применение амнистии, посвященной 70-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Вы правильно отметили, что это акт гуманности. И последний раз, когда генеральный прокурор был с отчетом у президента нашей республики, был задан вопрос, а не создали ли проблемы эти амнистированные лица? Так вот, применительно к нашей области хочу сказать, что с закрытых учреждений в область пришло с мест лишения свободы 301 человек. На сегодняшний день только 20 из них совершили преступление. Только каждый четвертый из тех, которые претендовали на амнистию, получили ее. Только каждый четвертый. То есть очень избирательно подходит законодатель и органы исполнения наказания. Тот, кто не возместил ущерб, тот, кто нарушает режим в местах лишения свободы, те на амнистию претендовать не могут. Государство дает шанс каждому оступившемуся, но искупившему свою вину перед обществом. И непонимание отдельных руководителей не может тормозить выполнение этой гуманной задачи. Коллегия прокуратуры жестко указала на все недостатки и проблемы, потребовала их устранения и неукоснительного следования букве закона. Вероника Цыганок, Александр Ласминский, Сергей Печерица. Новости Гродно Плюс. Добьются ли профсоюзы Гродненщины 100% членства и увеличится ли зарплата работников культурной сферы? Эти и многие другие вопросы сегодня обсудили на 22-й отчетно-выборной конференции Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры. Итоги деятельности за 5 лет обозначили как положительные тенденции в сфере социальной защиты трудящихся, так и недостатки. Низкая заработная плата работников культуры, отсутствие возможности полноценного оздоровительного отдыха, возражения против увеличения пенсионного возраста – эти вопросы выдвигались на рассмотрение председателям Волковысского и Берестовицкого районных комитетов профсоюза. В целом же на конференции отметили, что работа Гродненской организации во многом эффективна. Трудящиеся ей доверяют, численность членов Гродно превышает 98%. Основная задача профсоюза работников культуры, как и в целом всех профсоюзов нашей страны, это защита трудовых, социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза. На сегодняшний день более 1000 людей удалось нам отстоять в судах незаконно уволенных. Миллиарды денег возвращены незаконно удержанных. И это лишь часть того, что удалось сделать за прошедшие 5 лет. На конференции также было отмечено, что гродненские профсоюзы за последние 5 лет провели множество спортивно-массовых и культурно-оздоровительных мероприятий, тем самым заняли лидирующую позицию среди всех областных профсоюзных организаций. И к другим темам. Спасатели в один и тот же день в разных концах города обнаружили емкости с ртутью. Вчера в службу 101 из милиции поступила информация о том, что в областном центре по улице Карла Маркса, возле контейнеров для сбора бытового мусора, обнаружена ртуть. По прибытии к месту вызова спасатели-химики обнаружили за мусорными контейнерами в медицинской резиновой герметично запаянной груши ртуть общим весом более 2 килограммов. При визуальном обследовании разлива ртути не обнаружено. Замеры концентрации паров в воздухе превышений не показали. Вещество изъято для дальнейшей утилизации. Также вчера в МЧС от гражданина с сотового телефона поступило сообщение о том, что во время прогулки в лесном массиве микрорайона Зарица он обнаружил колбу с ртутью. По прибытии к месту вызова спасатели выяснили, что в герметично закрытой стеклянной колбе объемом 1 литр находится металлическая ртуть общим весом свыше 6 килограммов. Замеры концентрации паров ртути в воздухе превышения не показали, разлива на почву не произошло. Жидкий металл также изъят для дальнейшей утилизации.
Боролись вчера спасатели не только с ртутью, но и с аммиаком. Бдительные граждане сообщили в МЧС, что возле жилого дома по бульвару Ленинского комсомола чувствуется запах аммиака. Оказалось, что рядом с приемно-заготовительным пунктом находится баллон желтого цвета объемом 40 литров. Из него под давлением распространяются пары газа. Спасатели газоанализатором провели экспресс-исследование атмосферного воздуха. На баллон был наложен бандаж. Первоначально содержание паров аммиака в непосредственной близости от баллона было выше нормы в 8,5 раз. Жители рядом расположенных домов были оповещены через сигнальное голосовое устройство о необходимости закрытия окон. Приостановил работу местный магазин. Спасателям удалось быстро обезвредить территорию. Как выяснилось, 48-летний гродненец привез баллон для сдачи его на металлолом. Поскольку целостность не была нарушена, заготовитель сырья его не приняла. Тогда мужчина отнес баллон за угол приемного пункта и, вероятно, пытался его распилить, в результате чего произошла утечка паров аммиака. Дальнейшее расследование обстоятельств произошедшего проводят сотрудники Ленинского РУВД города Гродно. Как соблюдаются санитарно-бытовые условия на строительных объектах? В очередной рейд по бытовкам сегодня вышла мобильная группа Гродненского горосполкома. Специалисты посетили 3 объекта. Если еще на 2 ситуация в среднем неплохая, то на последнем объекте были выявлены серьезные нарушения трудового законодательства. В областном центре продолжает работу мобильная группа Гродненского горосполкома по соблюдению законодательства об охране труда и санитарно-бытовых условий. Еженедельно сотрудники контрольно-надзорных органов выезжают на различные стройки. Сегодня мобильная группа побывала на возведении предприятия по созданию компонентов для систем водоподготовки в районе улицы Дзержинского, а также на строительстве многоквартирного жилого дома на Тавлая и торгового центра по улице Пушкина. По результатам данного мониторинга руководителям предприятий выдаются рекомендации для устранения нарушений. Основная цель данной мобильной группы – это профилактика производственного травматизма на предприятиях города. К сожалению, наряду с положительными есть и отрицательные примеры соблюдения санитарно-бытовых условий на строящихся объектах. В последнее время особое внимание уделяется состоянию санитарно-бытовых помещений строителей. Наиболее часто выявляемое нарушение – это отсутствие умывальников, неудовлетворительное содержание бытовых помещений, неукомплектованность нагревательными приборами. Руководителями строительных организаций ведется работа по устранению данных нарушений, но все-таки ситуация остается не на должном уровне, и мероприятия будут проводиться в дальнейшем. Всего в 2014 году сотрудниками Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии была обследована 81 строительная площадка. По итогам мониторинга привлечено к административной ответственности 89 виновных лиц. Далее Иванченко, Андрей Шмыгин, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно плюс. Еще недавно трудно было представить, что можно зарабатывать деньги, играя в компьютерные игры. А сегодня можно констатировать, это становится весьма прибыльным делом. Они называют себя киберспортсменами. Ребята ездят на соревнования по всему миру и получают за это неплохие деньги. К примеру, чемпионы мира в киберспортивной дисциплине Dota 2 в минувшем году получили свыше 5 миллионов долларов на команду. О необычном увлечении молодежи в нашем следующем сюжете. Эти выходные выдались по-настоящему горячими для участников первой белорусской лиги по Dota 2. Идея организации турнира родилась давно, и только в 2015 году удалось найти силы и средства, чтобы провести мероприятие. Сегодня собрали мы тут 8 сильнейших команд, долго участвовали в онлайн-отборах, полтора месяца провели, очень много работы проведено. Сегодня подводим, сегодня-завтра итоги всего, чего мы добились. Все, что здесь сегодня сделано, сделано, собственно, своими руками, вот руками нас, организаторов этой лиги. В турнире принимали участие 16 команд из разных уголков республики. Разный был уровень их подготовки. По окончанию онлайн-части 8 дружин собрались в молодежном центре «Галактика», чтобы доказать, что достойны носить звание чемпионов. 4 команды уехали в первый же день, еще 4 остались, чтобы побороться за первое место. В финале был аншлаг, в решающем противостоянии сошлись сильнейшие команды из Минска и Гродно. Зрители неистово болели за свою команду, а игроки порой еле сдерживали эмоции. Так, у тебя твои впечатления? Или сделай просто сейчас сатаник, отжираться будешь после каждого захода. Слышишь, какой я послал? Вы можете хоть раз реализовать смог? 40 минут напряженной игры, и первое место достается команде из Минска.
Как дошел до финала? Ну, не знаю, кроме изи сказать, в принципе, нечего. Вот, мы собрали стак. Вот. Нет, естественно, есть сильные соперники, такие как Нарик, очень сильные соперники, то есть команда Талион, Golden Force, там есть именитые игроки, которые играли в Стар-серии. Вот. А команда Челики, ну, это гродненская команда, я ничего о них не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Вот. Игры были достаточно сложные, но на эмоциях, на кураже было очень легко выиграть. Главная цель турнира – найти талантливых игроков, развивать молодых спортсменов, чтобы в дальнейшем помочь им выйти на профессиональный уровень. И, возможно, спустя годы кого-то из них мы увидим на международной арене. Максим Базыленко, новости, Гродно Плюс. И о спорте. С богатым медальным багажом вернулись гродненцы с открытого международного турнира по шатакан-карате. Всего в соревнованиях, которые проходили в литовском Паневежисе, приняли участие около 400 спортсменов возрастом от 6 до 20 лет из 5 стран. На счету представителей Гродненской федерации традиционного карате и кикбоксинга 8 наград. 2 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых. На верхнюю ступень пьедестала почета у нас поднимались Александр Грушевич и Маргарита Новик. В ближайшее время планируется выезд на открытый турнир чемпионата Республики Беларусь по фудокан шотокан карате. Это будет проходить 7 марта в городе Минске. Туда мы планируем вывести более опытных детей, где надеемся на лучший результат. В этот же день мы планируем вывести команду города Рудгенекай, младшую возрастную категорию, откуда мы планируем вернуться с медалями. Определен состав сборной Беларуси по биатлону на чемпионат мира, который пройдет с 5 по 15 марта в финском Кантиолахте. В составе женской команды за нашу страну выступят Дарья Домрачева, Надежда Скордина, Надежда Писарева, Анастасия Доборезова и Ирина Кривко. У мужчин Юрий Лядов, Владимир Чепелин, Александр Дорожко, Дмитрий Дюжев и Дмитрий Абашев. Очки, набранные спортсменами по результатам гонок планетарного форума, пойдут в зачет розыгрыша Кубка мира. Гандбольный клуб имени Мешкова крупно проиграл венгерскому Веспрему в розыгрыше Сегалиги. На площадке своего спорткомплекса брестчане не смогли оказать достойного сопротивления лидеру и уступили гостям по всем статьям 19-27. Чемпионы страны не смогли пробиться в плей-офф главного клубного турнира Старого Света и теперь продолжают борьбу за попадание в квартет сильнейших Сегалиги, который в конце марта разыграет главный приз этих соревнований. Экс-полузащитник гродненского футбольного «Немана», а ныне игрок Слуцка Сергей Левицкий, в интервью клубной пресс-службе признался, что смену команды в межсезонье рассматривает исключительно как движение вперед. На вопрос, как ему работается с новым наставником, он отметил, что Юрий Крот – профессионал своего дела, а тренировки с ним насыщены и интересны. Национальная сборная Беларуси по футзалу начала подготовку к чемпионату мира. На предварительном этапе наша дружина сыграет в группе А вместе с командами Австралии, Бразилии и Уругвая. Матчи предстоящего мирового первенства пройдут с 17 по 25 апреля на аренах Борисова, Бреста, Минска, Молодечно и Пинска. На этом у меня все. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodno-tv.by. Оставайтесь с нами. Приятного вечера.